В эту субботу в драмтеатре открытие нового сезона. Актеры готовят премьеры. Одна из них – трогательная постановка о любви «Безымянная звезда». На репетиции побывала Яна Орховская. Почти вся труппа актеров столичного театра выстроилась на сцене. Перед репетицией все слушают режиссера Ахмадеева. Напутственные слова, и можно начинать спектакль. Успешного прогона. «Безымянная звезда» – история внезапно вспыхнувшей любви. Он – простой и наивный учитель астрономии. Она – полная противоположность, светская львица, гордая и своенравная. Казалось бы, между ними ничего общего. Или же наоборот. Я уплатила. Кому? Ему. В главной роли Анастасия. Актрисе всего 20 лет. Она еще студентка госуниверситета. Задача у нее суперсложная. Спектакль премьерный. А еще это ее дипломная работа. Приятное волнение присутствует всегда. Потому что если его нет, то это как минимум странно. Странно тогда, что ты вообще делаешь в этой профессии. Волнение есть, да. Главное – направить его в правильное русло. На самом деле спектакль – это экзамен всегда и прежде всего для каждого из нас. Румынскую мелодраму Михаила Себастьяна про богемную фифу и астронома 40 лет назад экранизировал Михаил Казаков. В нашем театре «Безымянную звезду» тоже показывали. Когда именно, Дмитрий Ахмадеев уже и не вспомнит. В этот раз сюжет зазвучит иначе. На одной сцене играют актеры разных поколений. Пьеса всеобъемлющая, она из вечных. Такой, мне кажется, что такая пьеса должна идти в каждом театре. Для того, чтобы зритель, который ходит в театр, постоянно каким-то образом циркулировал через себя такое количество просто вселенской любви. Потому что речь идет еще и о космосе, речь идет о звезде. И желательно, чтобы каждый нашел в любой истории, которую мы показываем, в этой особенно, свою мечту, свою звезду, свою любовь. И выйдя из театра, появилось желание ощутить самому вот такое состояние, которое ощущают многие наши герои здесь. Постановка полна неожиданностей, эмоции меняются одна за другой. Актеры, как циркачи, жонглируют то смехом, то слезами. На сцене разворачивается трагикомедия. Впечатление нашей съемочной группы – оторваться невозможно. Двери театра всегда открыты. Приходите, обновляйтесь, обнуляйтесь, наполняйтесь. В общем, короче, будьте счастливы, потому что мы уже счастливы. Чтобы премьеру смогли увидеть все, показывать ее будут 2 дня подряд. В эту субботу и воскресенье. Билеты еще есть. Актуарный план театра расписан на месяц вперед. Для юных любителей театра актеры тоже готовят премьеры. Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСВ.